Сегодня команда приняла участие в несколько сборках национального и международного уровня ДК «Круговый путь». Только команда «Золото», «Кокара», «Великая степь» и других соревнований. Пресса, будьте внимательны, отойдите. Это мощнейшая многотонная машина, которая идет на огромной скорости. Пресса, максимальное внимание. Мы просим вас, пресса, будьте очень внимательны. Внимание. Нас пролетает мимо нас. Мимо нас летит нас. Пустая машина отражает ее потенциал двух команды. Ей присущи мощность и манеры, скорость и выносливость, напористость и стремление к победе. Тот автомобиль отражает. Автомобиль может развиваться скорость до 170 км в час. Представьте себе, 170 км в час. Крутящий момент 4000 ньютонов. Коробка 16 передач. Вес 9 тонн. Ребята, если она позвонила, спросила, ты как? А он ответил, Зая, я нормально, я на мазе. Ну вы представляете, какая это машина. Любая девушка должна сказать, я уже выбегаю солнышком. За рулем автомобиля пилот Визовый Сергей. Сергей мастер спорта, чемпион республики Беларусь по ралли. И ралли-рейдом призер ралли-шелковый путь. Зрителей и золото шоу на отделении 15 гонок своим выступлением. И вновь масс мимо нас. Сейчас будет трамплин, друзья. Это будет, смотрите внимательно. Итак, внимание, камера, дайте крупный план, пожалуйста. Дайте крупный план. Место! Будьте внимательны! Вау! Представляете, как это чувствует пилот? Называется «Дал угла и пошел». Будьте максимально внимательны, зрители и пресса. Еще раз максимум внимания. Смотрите, появляется, подобрали уже штурма, да? Они таксуют на трассе. Такси недорого. Это да, воды водителю. Вот это да, ребята молодцы. Посмотрите, желтенький сзади тоже появляется. А это газончик. А организаторы в курсе вообще, что вот это желтое появилось? Нет, ну как бы, я же говорил, что один из двух Александров, сегодня с нами диджей Александр Перец и Александр, который любит марку «Газ». У него даже фамилия «Газюк». То есть как бы и по просьбе Александра Газюка специально выпустили на трассу «Газ». И сейчас будет соревнование «Газ» и «МАЗ». И «Газосвязи» уже написано. «МАЗ» и «Газ». Связисты, связисты. И «Газосвязи» почему-то уже написано. Друзья, гонка. О, вот это да, мах против газа. Лепёшкой. Дан-старт. Дан-старт, внимание. Два заезда. Мах против газа, газ против маза. Вмазим газу или вгазим мазу. Вмазим газу, ты еще раз максимальное внимание зрителям! Мимо нас летит МАЗ. А мимо вас летит ГАЗ. Финальный круг. Финальный круг. Эти 9 пунктов.